Ей вот-вот исполнится 30 лет, и она уже имеет работу мечты. Татьяна Сидорова – молодой специалист Ульяновского центра профпатологии. В больницу девушка трудоустроилась в сентябре прошлого года. Люди в белых халатах вдохновили Татьяну еще в детстве. Будучи маленькой, она много болела, поэтому часто приходилось обращаться за помощью к врачам. С детства как бы зародилась у меня такая вот мечта – стать врачом. Вот. Постепенно-постепенно я пришла к этой цели. Я закончила Ульяновский государственный университет в 2018 году, потом поступила на бюджет в ординатуру по специальности терапия. Закончила в 2020 году и после сразу практически сюда устроилась на работу. Татьяна признается, с пациентами общий язык нашла почти сразу. Также моментально влилась в новый коллектив. Успела девушка поработать и в ковидном госпитале. Инфекционную больницу, там был открыт госпиталь для взрослых на 20 коек. Вот. И я там работала некоторое время, недели три. Сначала, конечно, было страшно. Ну, когда работаешь в определенной специфике и переходишь в другую, естественно, какие-то вопросы появляются. Ну, далее как-то все здесь спросил, там спросил. То есть очень много людей, которые мне помогали. У молодого терапевта есть личный кабинет. Татьяна ведет прием амбулаторных пациентов, проводит медосмотры. Помимо терапии, хочет освоить кардиологию. С повышением квалификации ей помогут в родной больнице. Молодые специалисты, конечно, сейчас в полной мере получают все меры социальной поддержки. В рамках нашего коллективного договора еще дополнительные меры предусматриваются. И главный акцент мы делаем, конечно, на возможности для обучения. Среди мер соцподдержки также первый взнос по ипотеке от региона, ежемесячные выплаты, целевые договоры, подъемные, а также краткосрочные оплачиваемые отпуска. Помимо Татьяны, в Центре профпатологии работают еще 5 молодых специалистов. За каждым из них закреплен наставник. Молодых специалистов мы курируем, помогаем им влиться в работу, в наш коллектив, помогаем им, как общаться с больными, обучаем в том числе и, как правильно, подходы к лечению, к диагностике заболеваний. Всего в Центре профессиональной патологии трудится 127 медработников, из них 23 врача и 60 медицинских сестер. Повышение кадрового потенциала отрасли – одна из важнейших задач нацпроекта здравоохранения. Рената Люлова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.